Большинство домов в микрорайонах Трехгорка и Сколковские новостройки. Раньше новоселам, чтобы, например, зарегистрироваться по месту жительства, приходилось ехать в Одинцово. Это отнимало немало времени и сил. Но теперь получать государственные и муниципальные услуги им будет проще. В ТЦ «Кутузовский меридиан» открылся новый офис многофункционального центра. Перечень услуг будет абсолютно тот же. Единственное, пока у нас оборудование для получения водительских прав, точнее для замены водительских прав, еще находится на стадии закупок, но через определенное время оно будет получено, и тогда перечень услуг будет 100% как в центральном офисе. Для удобства посетителей в новом офисе МФЦ оборудовали детский уголок и установили кофейные автоматы. Теперь жители Трехгорки и Сколковского могут получать государственные и муниципальные услуги в комфортных условиях рядом с домом. Я считаю, в каждом поселении должен быть МФЦ, тем более в таких многочисленных и густонаселенных, как Трехгорка. Офис МФЦ в Трехгорке работает с понедельника по субботу включительно с 8 утра и до 8 вечера.